последнюю субботу августа перед началом нового учебного года молодежные организации города провели в Лобне День уличного спорта. Что это за праздник, узнал Никита Панин. Так, замечательно. Проползай дальше. Давай. Быстрее. И аккуратно, помните, аккуратно выливаем его в канистру, потому что каждый грамм воды, миллилитр воды на вес золота. Необычная полоса препятствий стала главным испытанием для участников праздника. Их задача заключалась в том, чтобы преодолеть заданную дистанцию со стаканом воды в руках и при этом не разлить воду. Такая интересная полоса препятствий, как преодоление змейки, паутинки, и после чего команде нужно за более короткое время наполнить канистру с водой, чтобы оттуда выпал шарик. Это задание позаимствовано у нас из Форта Боярд. Как раз со стакана воды нужно будет пройти все эти испытания. День уличного спорта – праздник необычный. Здесь нет привычных спортивных дисциплин, но есть множество веселых заданий на силу, ловкость, скорость и сообразительность. Перетянуть канат, быстрее всех смотать веревку, вытащить предмет из чана с киселем без помощи рук, сыграть в волейбол, в котором вместо мяча наполненные водой шары, а вместо рук – большая простыня. Но и это не самое неожиданное испытание. Нужно будет обижать стул и выдернуть, сесть на стул и выдернуть за веревку стул соперника. Все конкурсы Дня уличного спорта строго командные. Участие в них могут принимать группы от 5 до 10 человек, собранные из всех желающих. Сегодня в городском парке таких команд собралось около 10. И хотя День уличного спорта в Лобне проводят уже в третий раз, здесь, в парке, это происходит впервые. Это уже у нас стала традицией с молодежным активом «Ритм», с молодежными организациями. Сейчас совместно мы все сотрудничаем, проводим мероприятие последнюю субботу августа, получается, перед новым учебным годом. Задача этого праздника – показать ребятам, что перед новым учебным годом можно еще оторваться. Подарить гостям праздник и идеи для веселого спортивного отдыха – одна из основных задач такого мероприятия, объясняют организаторы. Ведь устроить свой собственный день уличного спорта несложно. Нужна лишь хорошая погода, спортивное настроение и веселая компания. Никита Панин, Дмитрий Жуков, Михаил Жуков, телекомпания «Лобня».